Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12 Lite, и сейчас я покажу вам, как сделать сброс всех настроек. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки». Далее выбираем раздел «О телефоне». Здесь мы выбираем «Сброс настроек». И нажимаем «Стереть все данные». Можем создать перед этим резервную копию и нажимаем «Сброс настроек». У нас здесь вылезает предупреждение, с которым лучше ознакомиться. Нажимаем «Далее» и еще одно предупреждение. Ой, что это было? Ладно, нажимаем еще раз «Сброс настроек», нажимаем «Стереть все данные», «Сброс настроек». Опять же предупреждение. Нажимаем «Далее». И нажимаем «Ок». И ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.